Как тебе живется у дочери? Хорошо, только у меня вот далеко комнату внука, и его это не слишком обрадовало. На чердак? Мы семья и должны чем-то жертвовать ради друг друга. У тебя 24 часа, чтобы вернуть то, что принадлежит мне? Звони, пусть говорят. Да, ты попал. Расслабьтесь, что мне сделали? Что там за шум наверху? Деда уронил свои шарики. Я его придушу. Ты правда хочешь войны? Я не сдамся. Я налил острый соус в кофе. Fucking burn! Yeah, you better keep your cool.